игра Signifier подарит возможность окунуться в потрясающую атмосферу. Это будет мистическое путешествие для всех без исключения геймеров в стиле кибернуар, где детективная часть тесно переплетена с экспериментальной психологией и исследованиями искусственного интеллекта. Ваш герой Фредерик Рассел, психолог, эксперт в области искусственного интеллекта и создатель Сновидца, экспериментального прибора для глубокого сканирования мозга, который помогает улавливать чувства и погружаться в глубины человеческого подсознания. Вам вместе с вашим героем предстоит провести расследование загадочного убийства. Вице-президента крупнейшей технологической компании в мире обнаруживает мертвым в своей квартире, так как многие детали выглядят слишком подозрительными и наводят на мысль об убийстве. Вас просит исследовать его последние воспоминания, чтобы выяснить, что же произошло на самом деле. Вам придется погрузиться в череду далеко не самых приятных событий, решить море головоломок, расследовать дела и не только. А вот самое же интересное в этой игре то, что ее мир в целом поделен на три разных вселенных, каждый из которых вам как раз таки и придется исследовать. Первый – это самый реальный мир, в котором вы будете исследовать места преступлений и искать улики, подсказки и многое другое. Второй мир – это мир воспоминаний, в который вы погрузитесь лично и в котором также будете искать подсказки. Ну а третий мир – это уже подсознание, в котором вы сможете узнать, что думал человек, как все видел и какие цели вообще преследовал. Проникнуть в последний мир не так уж и легко. Плюс он таит много плохого, но вам придется это сделать. При этом вы можете переключаться между вселенными в любой момент. Это позволит вам находить ответы на вопросы и открывать новые ветви диалогов. Многослойное повествование стремительно разрастается в запутанную паутину событий, связывающие все три мира. При этом каждое испытание ведет к вас к развязке. Проходных моментов в игре нет. Еще в вашем распоряжении окажется искусственный интеллект, который будет давать вам подсказки и консультировать по разным важным моментам. Но при этом игра позволяет самостоятельно решить, стоит ли доверять искусственному интеллекту и стоит ли вообще погружаться в сознание других людей. Звучит сложно, но на деле все куда проще. Игра не только расскажет большую историю, но и ставит на ваше рассмотрение довольно интересные вопросы. Насколько оправдано использование искусственного интеллекта, этично ли погружаться в сознание других людей и реален ли окружающий мир, или это лишь плод нашего воображения. В общем, будет реально интересно. С вами был канал Я Геймер. Следите за новинками игрового мира вместе с нами.